Hey, my back feels better. Так, в добу я, значит, еще один носок, играя Патриком, и всех приветствую, продолжаю проходить игрушку про губку Боба. Пытаюсь здесь разобраться, куда надо идти. Кстати, там он робот, который глюканул, он почему-то дергается. Бум, все. Я упал. Опять с этой точки сохранения я начал. В прошлый раз вот этот вот робот глюканул. Робот сделал бум. I don't think SpongeBob's underwear fits quite right. How many of these do I have to carry? You gotta carry a lot of stuff around. Hard as a rock. Я не знаю, куда мне нужно нести его. Все. Патрик Стар, морская звезда, утонула в воде. Так, ну если я правильно понял, мне нужно еще того каменного идола принести сюда. Но я вот не пойму, как его сюда принести.
That's much better. Блин, где арбуз-то? Так, ну тут я вроде был. Да, сюда я не допрыгиваю. Так. Мне нужно как-то придумать, как донести тот. Раз, два, и еще нужен третий. Получается, вот он за уголком, да? Да мне, получается, нужно как-то туда. Неужели я сделал этот квест? Well done, son. The
next time I need to round up customers for the Krusty Krab, I'll give you a call. Why would the customers want to be made round? You're a strange one, you are, Patrick. Так, короче, квестик готов. И мне этим Патриком неудобно играть. Мистер Крабс. Поблагодарил Патрика. И продолжаем. Так, а это куда? Отправиться в водорослевые пещеры. О, очкарик. Привет, малыш, есть время? Мне пригодилась бы помощь. Конечно, очкарик. Чем тебе помочь? Я потерял энергетические кристаллы, которые питают мою новую тайную супергеройскую силу. Похоже, до кристаллов добрались роботы и спрятали их в этой пещере. Тайную супергеройскую силу? Что за сила? Если я скажу тебе, это ведь уже не будет секретом, правда? Просто поверь мне, очень важно найти эти кристаллы. Я бы и сам поискал, но сегодня у меня все кости ноют. Дай покой своим суперкосточкам, и я найду кристаллы и верну их тебе. Забавно, так, а... А менять на кого тут можно? На Патрика. Не хочу Патриком. Так. А вот эту как поднять? Блин, похоже, Патрик все-таки придется брать. Потому что без него не пройдешь. Там опять этих идолов нужно. Так. Как же мне успеть? As a rock.
Блин, опять эти логические загадки. Блин, да. Так встал. Все, да? А как же я так быстро-то? Разве можно так быстро прибежать? Непонятно. А, или может мне нужно взять губку, чтобы зафигачить. Уже просто утро, у меня что-то уже мозги не слишком сильно варят. Точняк, нужно же тут сейчас нужно будет прям снайперский выстрел. Теперь берем, заряжаем. Почти. Да, все. Нормально. Теперь осталось попасть. Почти. Еще пара десятков попыток, и я... Push. Так. Еще тут. Так, здесь что у нас? Met the Sponginator. I feel like a new sponge. Так, здесь вот опять Патрика, что ли, вызывать? Прям с первой попытки. Супер. Так. А, вот сюда, да? Стоп. Погодите-ка. Там вверху. Нужно, наверное, вот сюда будет положить, да? Опять за Патриком бежать. Не сюда. Нужно будет этот идол положить.
как я понял, туда он. Sure gotta carry a lot of stuff around. Hard as a rock. Отлично. Так, еще три штуки осталось. Так, ага. Эти долбанутые облака. Hey, my back feels better. Так, что-то пошло не так. Три кристалла. Так, а это я откуда начал? Так, ну вот, очередная загадка.
Он же вроде пропадет, да, этот фрукт? Или не пропадет? Да, он пропадает. А еще... Так, нет. Получается, тот пропал. Так, а вот здесь я вроде... Ага. Носочек. Попал, но с другой стороны. Блин, реально жесть. Почти. Есть. Так, ну я попал, и что там дальше-то непонятно. Там что-то открылось. А. Мне нужно теперь вот сюда идола поставить. Как-то. Опять задачка. Не. Короче, не переносится.
Блин, отстаньте от меня, долбаные. Классно. О, наконец-то. Так, это теперь... Теперь нужно допрыгать наверх. Ура! So what do I do with this? Еще два. Так. Два получается у меня тут. Еще нужно найти два кристалла, чтобы помочь очкарику. Но на этом я пока что буду это видео завершать, а остальные кристаллы уже буду пытаться искать в следующем видео. Всем спасибо за просмотр и пока. Если понравилось, ставьте пальцы вверх. Продолжение следует.